Всем привет! Так начинается наше путешествие. Передай привет и расскажи, зачем ты приехал в Йошкар-Олу. Потому что. Почему что? Да все ты виноват. Бичные эти женщины. Что еще скажешь? Жопа болит. Ладно. Привет, с вами Ника, и это маленький кокер-спаниель, ей 2 месяца. Вау, она такая хорошенькая. Да? Да вообще на выставку сейчас пойдем с тобой. Такая кроха, да? Она реально вот такая, просто вот моя ладонь, и она вот такая вот. 2 месяца. Да? Ой, потягушки. Да? Такая-то маленькая девочка. Опа. Ой, села.